типа блогер, то типа блогер. Всем салют, я Артём Михей, это город Казань, и это новый выпуск проекта типа блогер. После дистанционного выпуска с Шари многие просили последующий выпуск, и сегодня именно он, дистанционный выпуск. Это Израиль, Тель-Авив и Казань, Россия. Миллионник, Поволжье, Казань, сердце республики и край богатым лесами. Я был рожден в России, рожден был в Татарстане. Ай, наш нрав и все строго посредством. Мы из 90-х, сын натуры, наш темный лес. Обычный двор, хардкор, реалити подъездная. Как обычно, как у всех, любовь, драки, горы. Истинный друг не оставит за месте, не включит заднюю, не съедет, не слепит, да, да. Но как-то в городе нам стало тесно, уехал друг мой, уехал я навсегда сюда. Где-то с 15 рос здесь, здесь Ханаан, штат Ефристан, тут до новый сад. Жизнь как песня, море абсурда, вечная сессия. Так повелось, и я на эту землю встал.